Всем привет! Вы на канале Мир Банкнот, с вами Артур. Вот и настал 2020 год, и первая посылка, и первая распаковка в этом году. Я ее уже открыл. Вот мой пакет большой. Остается открыть здесь. Люблю я вот этот скотч, когда я, он очень легко отдирается. Вот так, что же пришло на этот раз? Так, первая банкнота. Мексика. Это одна из немногих стран Америки, которая мне интересна. Я буду ее добирать. 20 песо, 1977 год. Лицевая сторона, портрет Хосе Морелоса, римско-католического священника, в 1811 году возглавившего восстание мексиканского народа за независимость. Национальный герой Мексики. Красивые банкноты мексиканские. Оборотная сторона. Пирамида Кукулькана. Храмовое сооружение, уцелевшее среди руин древнего города майя Чичен-Итса на полуострове Юкатан в Мексике. Кукулькан – имя божества Древней Америки на языке науталь, означает «пернатый змей». Один из главных богов ацтекского пантеона и пантеонов других цивилизаций Центральной Америки. Следующая банкнота. Румыния. Эта серия у меня почти вся есть. Остается взять еще один такой номинал другого года. Так, тысяча лей, 1991 год. Лицевая сторона, портрет Михая Еминеску. Годы жизни 1850-1889. Румынский поэт, прозаик, в центре паруса парусных судов. Оборотная сторона. Православный монастырь в Молдавском княжестве, ныне в Румынии, на реке Путна. Следующая банкнота. Давно охотился за ней. Ну, вот, наконец-то, она у меня в коллекции. Литва, 1 лит, 1994 год. Лицевая сторона, портрет литовской писательницы Юлии Жемайты. Годы жизни 1845-1921. Красивые были литовские банкноты. Оборотная сторона, деревянный костел святого Иосафата в Палуше. Так, и последняя банкнота, потому что банкнот больше нет. Следующее, что я вам покажу, это уже не банкнота. Итак, Иран, 20 реалов, 1969 год. Лицевая сторона, портрет императора Ирана Мухаммеда Реза Пехлеви. Родился 26 октября 1919 года, умер 27 июля 1980 года. Портрет императора в военной форме и персидские цветные узоры. Оборотная сторона. Сцена охоты верхом на лошадях. Такая вот сцена средневековой охоты персидских шахов. Так, теперь переходим к следующему. Я вообще-то акции или облигации не коллекционирую.
но вот попались такие облигации займа. Германия, Третий Рейх. Облигации 4,5% государственного займа Прусского земельного кредитного банка или Прусского государственного пенсионного банка. Ипотечное кредитование, в частности кредиты для сельского хозяйства и сельского жилья. Банк Deutsche DSL Bank специализируется по финансированию жилья. Займ на предъявителя имел процентную ставку 4,5%, а процентные платежи были полугодовыми. Погашение было гарантировано государством. Отпечатано в типографии, в имперской типографии в Берлине. Также есть печать, ценная бумага, имперская печать, выпуклая. Вот. Тиснением выполнено большой орел. Вот такие 6 облигаций. Значит, 100 рейхсмарок 37 года. 100 рейхсмарок облигация 39 года. 200 рейхсмарок 37 год. 500 рейхсмарок 40 год. 1000 рейхсмарок 35 и 40 год. Видим текст. Я пока еще сильно не вникал. Если что, сделаю обзор или посмотрим. В центре орел, свастика, текст и печати все прокомпостированы. Видимо, они погашены. И оборотная сторона тоже содержит текст. Условия выкупа. Размер. И сравним с листом А4. Вот у нас лист А4. Да, практически размер листа А4. Очень интересные такие вот ценные бумаги, облигации. Ну вот, друзья, на этом все. Подведем итоги сегодняшнего пополнения. 4 банкноты, 4 страны и 6 облигаций займа Прусского государственного земельного кредитного банка. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем добра. До новых встреч.